Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Кировская область вошла в число регионов-лидеров в Приволжском округе по нарушениям в сфере ЖКХ. Итоги за ушедший год подвели органы прокуратуры, сообщает портал Дом-43. По данным ведомства, в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях прокурорами пресечено наибольшее количество нарушений. Внимание органов прокуратуры привлекли случаи выставления двойных квитанций на оплату взносов на капремонт, ошибки при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги, финансовые нарушения со стороны ресурсоснабжающих организаций. В результате всего в Приволжском округе было пресечено свыше 5000 нарушений в сфере ЖКХ. В административном и дисциплинарном порядке наказаны более 1200 должностных лиц, возбуждены 82 уголовных дела. Дайджест недвижимости. В декабре в Кирове значительно выросли ставки аренды производственных помещений. По данным портала Рэкиров.ру, в сравнении с ноябрем они поднялись на 23,5% или со 123 до 152 рублей за квадратный метр. Остальные сегменты рынка аренды вторичной коммерческой недвижимости показали снижение. Порядка 4% потеряла средняя арендная ставка в офисных и складских помещениях. Торговые площади подешевели значительнее. Ставка в декабре снизилась на 13,5% с 540 до 467 рублей за квадратный метр. Дайджест недвижимости. В Кирове пройдет прямая телефонная линия по вопросам капитального ремонта. Она состоится в следующую среду, 18 января. Жители области смогут пообщаться со специалистами, среди которых будут представители региональных министерств социального развития, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и фонда капремонта области. Они ответят на вопросы, касающиеся реализации программы капитального ремонта в прошлом году, уточнят перечень объектов, которые будут внесены в список зданий, нуждающихся в капремонте в этом году, а также помогут узнать о сроках ремонта, оплате взносов и различных льготах. Прямая линия будет работать 2 часа с 10 утра и до полудня. Задать вопросы можно по телефону 69 77 68. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.